Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Даналия, и сегодня у нас очередное обновление в Star Stable Online. И это добавление шикарной, гигантской породы першероны. На самом деле, я вспомнила, что это вообще любовь моего детства, я обожала эту породу, хотя видела ее только на рисунках и на картинках, и даже мало с ними смотрела всяких фильмов и видосов, просто как-то в душу мне заели именно першероны. К сожалению, я не снимала специальное видео по обнове, но мы с моими друзьями, с Харли Грейстай и Каролиной Роустрим, мы покупали в один день себе трех этих красавцев. Я купила себе серого в яблоко, который находится в Форт Пинта. Харли Грейстар купил вороного, или, наверное, сказать, темно-серого с белой головой. А Каролина Роустрим купила себе белого. Таким образом, мы за один день каждый обзавелся своим собственным классным першероном. И вот такой вот замечательной троицей мы поехали кататься, качать наших коней. Но это то, что в этом обновлении. Также добавили специальные уздечки для фризов, першеронов и, по-моему, на арабов их еще можно одевать. Если честно, я не помню. Но суть в том, что это почти те же самые уздечки, как с рогами, только без рогов. Ну, я себе, конечно же, купила, по-моему, одну. Да, одну я точно пару себе купила, а вторую я не помню, купила я коричневого цвета или нет. Это то, что на этой неделе. Также на выходных была акция. Почему была? Потому что видео я выставляю поздно, так как я уезжала. Вот. А что же нас ждет на этой неделе? На этой неделе нас ждет обновление, связанное с Майей. У нее появится новая лошадь, и, возможно, мы узнаем что-то про родителей Майи, где она жила и почему она оказалась в конюшне Морланда конюхом. Если честно, мне очень интересно узнать сюжет, и, может быть, нам откроется какая-нибудь новая мини-локация или же ранчо. А вы что думаете? Пишите комментарии, какие у вас мысли на этом счет. А я с вами прощаюсь и извиняюсь за такое коротенькое видео. Надеюсь, першероны вам очень сильно понравились, потому что реально порода классная, мастей добавили почти всех. Остался только один чалый, по-моему, если не ошибаюсь, или... я не помню опять название мастей. Остался такой темно-гнедой. И он, я так думаю, будет в приложении. Так что сидим и ждем столетия, прежде чем его добавят, и мы сможем его вырастить и купить. Так что на этом все. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока, удачи вам и до встречи в следующем видео. А оно ведь будет уже совсем скоро.